Самарский баскетболист Вадим Балякин уехал играть за пермский клуб. Хоккейная «Лада» готова выиграть Кубок губернатора Нижегородской области. Анастасия Павлюченкова остановилась на стадии полуфинала бакинского теннисного турнира. Самарченко Анастасия Павлюченкова остановилась на стадии полуфинала теннисного турнира в Баку, хотя до этого успешно выступила в четвертьфинале, победив бельгийку Кирстен Флипкинс 6-1, 6-3. В очном противостоянии спортсменок счет 2-0 в пользу россиянки. Затем Павлюченкова сыграла с румынкой Патрицией Тик, но успех был не на ее половине корта. Соперница оказалась сильнее. Счет в матче 3-6, 2-6. Хоккейная «Лада» участвует в предсезонных турнирах. Сейчас на кону Кубок губернатора Нижегородской области. На пути к трофею автозаводцы уже записали в актив две победы. Нижнекамский «Нефтехимик» сдался со счетом 3-2, ярославский «Локомотив» 4-1. Не удалось оставить неудел казанский «Акбарс», поражение 1-2. Впереди еще один поединок, соперник уфимский «Салават Юлаев». Воспитанник самарского баскетбола, бывший нападающий «Красных крыльев», остается играть в Суперлиге. Вадим Балякин подписал контракт с «Пармой» из Перми. В прошлом сезоне Вадим провел на паркете 17 матчей и зарабатывал в среднем за игру 3 очка, делал один подбор и одну результативную передачу. А в июле Балякин засветился в стритболе, он стал чемпионом страны.